Итак, пришла вот к нам наша пробка из Китая. Давайте ее достанем. Вот. Так вот она выглядит. То есть запакована. Пакетик. Так. По весу она небольшая. Вот тут. Меньше 100 грамм весит. 0,73 грамма. Вот. Вот такая пробочка, видите, она не оторвется здесь. То есть очень хорошо все сделано. Ну и под размер, видите. То есть у нее такая конусообразная резина сделана. Давайте снимем. Тут наклейку. Вот, вот так красиво она выглядит. Вот сейчас мы ее проверим в ванной. Насколько хорошо она работает. А так пробочка очень замечательная. Так что покупайте, ставьте лайки. Всем спасибо, пока-пока. Итак, вот эта пробка очень хорошо подходит как к раковине, так и к ванне. Вот она не пропускает воду. Вот мы набрали, вода стоит. Открыли пробочку, все слилось.